20 июня в Каспийске во Дворце спорта имени Али Алиева стартовал первый день чемпионата России по спортивной борьбе среди мужчин и женщин. Стоит подчеркнуть, что принимают участие в соревнованиях борцы с около 50 регионов страны. Среди мужчин, всего мандатную комиссию прошло и уже подтвердило сейчас 381 человек. Мужчины, представляющие 40 регионов нашей страны, и 160 женщин, которые представляют 34 региона нашей страны. Сегодня для спортсменов проходили квалификационные и отборочные схватки. Все они борются за место в сборной России, благодаря которому смогут отправиться на долгожданный чемпионат мира. На сегодняшний день отбирается сборная команда России для участия в чемпионате мира, который будет проходить в Сербии. Я надеюсь, что команду допустят, как бы там ни было. Сейчас ребята прикладывают все усилия для того, чтобы с честью и гордостью представить свою страну на чемпионате мира и выступить под гимн России. Мы надеемся, что в скором будущем, мы все выражаем такую надежду, уверенность в том, что наша команда будет выступать и под своим флагом, и под гимном. Вот это самый основной посыл и этих соревнований. Это самое главное.